Здравствуйте, Александр Григорьевич, ВГТРК, телеканал «Россия», Анастасия Саховская. Скажите, пожалуйста, была ли эта избирательная кампания самой тяжелой для вас? Спасибо. Ну, я бы не сказал, что это самая тяжелая, но это одна из самых сложных избирательных кампаний. Но вы же понимаете, что 2010 год, когда штурмом пытались взять дом правительства, было не легче. Здесь сложность в том, что, искренне вам скажу, мы еще до сих пор кое-чего не знаем. А может быть и многого не знаем. Поэтому мы вынуждены, как вы видите, работать по всем фронтам.